огромный потенциал, и это также риск, если мы не сможем двигаться вперед и как политики принимать на себя ответственность. Господин премьер. Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект и не поменял нам всем органы, и не нажал кнопку «Delete» для того, чтобы обнулить наши мозги. Мы еще можем что-то сделать для того, чтобы установить ту самую атмосферу доверия, о которой только что сказал Ксавье Бетель. Поэтому наша задача на самом деле соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был все-таки неплохо подготовлен.